Скажи, пожалуйста, как получилось, что к твоим многочисленным музыкальным специальностям, мы тебя знаем как саксофонистку, как вокалистку, как добавилось еще фортепиано, и как это вообще произошла эта перестановка в твоей жизни? Спасибо за вопрос, он помогает мне сейчас, твой вопрос, на самом деле, тоже разобраться вот в этих вещах, когда ты служишь музыке так, как это должно, и порой не понимаешь, почему? Но я и не задаю этих вопросов. На самом деле, если серьезно говорить, то я на пианино раньше всех начала играть, то есть 3 лет. То есть саксофон гораздо позже взяла. И у меня к пианино всегда была любовь страшная. И мне кажется, что это просто органичным образом доросло до того момента, когда это уже не могло оставаться внутри, и уже срочно должно было как-то через руки выходить в музыку. То есть это не по приказу, а по органичной нужде, так сказать, музыка произошла. Вот этот альбом Ocean Inside, я так понимаю, что он состоит из 2 частей. Расскажи подробнее о том, как он построен. Да, 2-частный альбом, правда. И первая часть называется «Городские грезы». То есть это то, что волнует нас сегодня. Это разные грувы, на основе которых мы играем свободную импровизацию, политональную. И в ней есть элементы и от бибоп, и от фьюжн, и от барокко. То есть мы миксуем это, мы экспериментируем. Но в понятной, простой форме, вот, на которую сегодня мы отвлекаемся. То есть это все вместе городское, замешанное, и там много стилей, то есть это полистилистичная программа. А вот песни «Русского севера», дело в том, что я вот фольклор, этническую культуру я люблю с детства, то есть это просто у меня в крови, и мне всегда очень хотелось выразить свое отношение к этой музыке так, как можем мы, как джазовые музыканты. И однажды на сайте «Культура», кстати, они молодцы, что у них в свободном доступе есть записи, сделанные в экспедициях. Если честно, я когда это услышала, сошла с ума. А началось с того, что я стала искать ту самую деревню, где родилась моя бабушка. Мне очень хотелось раскопать, где она находится, там, существует она или нет. Потому что у меня все родственники как раз с Русского севера, все крестьяне. То есть это началось с личного интереса, и когда я услышала эти записи, оно все произошло само собой, просто потому что это очень запало мне сильно в душу, и эти песни стали просто отражаться через джазовое мышление. И, хотя на самом деле уже давно не делю это. Чтобы музыку не делить, нужно просто ее всю пропустить через сердце и уже мыслить в целом. По крайней мере, так нам проще сейчас. Боюсь мужа дурака, да на...